Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки кота. Да. А, там начало. Ну хотя можно и там начать, в принципе, типа, просто пока посмотреть, как загружается. Так, тут костюмчики, да? Да, костюмчики можно только посмотреть. Вот. Их одевать, да, надо? Да, их можно одеть, если А у хочешь. меня тоже есть костюм Фредди. Вот, костюмчики. А там, типа, лотерея, типа, мы играли. И, типа, кто А, кем играть. будет. Вот. Он садишься, крутишь и Как нажимаешь на ее. крутить? Нет, сломал. Давай вот сюда вот попробуешь. Сломал. Короче, смотри, крути и нажимай F и спрыгивай. Вот. Там должна была быть палочка, которая останавливала, но ее сейчас нету. Потому А что сам она останавливаю. сломала. Вот, и она останавливается. Понял? Такой механизм. Так, а вот тут кого выпало? А тут Чика. К сожалению. Нет, не Чика. Я не понимаю, как это К лотерея. сожалению, Чики не было, потому что она немножко обкуренная. Так, а мы что будем? Кого уберем? Ну, кем хочешь быть? Фреддиком, Фоксиком или Бонни? А где положительный персонаж? Ты положительный персонаж, ты хороший. Вот. Этот? Фиолетовую А, партию мы без так и костюма, сделаем. да? Да. Ладно, Вот. Ну, где пошли сюда, начинать? иди сюда. Тогда, может, ты Да, вот иди оденешь сюда. костюм? Нет. Будешь. Иди сюда, Смотри. иди сюда за мной. Куда идти, чтобы начать играть? Вот А в чем здесь смысл секретный игры вход. вообще? Она тебя охотится, типа кто-то? Да, аниматроники. Это ФНАФ же. Ну, я не знаю, что такое. А, да, вот. Секретный проход. Можешь зайти в комнату охраны хотеть. Так, давай тогда ты одеваешь костюм ФНАФ, и мы начинаем играть. Ну что, а ты пока разбирайся с камерами. А нажми на левый штрих. Там будет показано, какие кнопки, какие камеры. Вот. Гениальная технология. Я уже на все кнопки пикать буду, чем запомнить там все. Это колесо с лотереей все еще крутится. Это вечный двигатель. Да. Так, одел костюм? И что мне надо делать? Одеть Сейчас самый одеваю. страшный. Там еще двери закрываются. А что мне делать надо? Мне отсюда убегать надо? Нет, тебе нужно, чтобы я не пробрался в твою комнату. Какую? А как мне это сделать? Комнату охраны. А что мне надо делать вообще? Я сейчас буду пытаться нападать на тебя, и ты должен защищаться, закрывать двери. А Это как их смысл ФНАФа. закрывать? А там красная кнопочка есть на стене. Ну, нажал. Ой, они все закрылись. Оно Ой. сломалось. Они Ой, все открылись. сломалось. Блин, я бегу к тебе. И страшный Фокси. Ой, оно сломано! Двери не закрываются! Все, ты теперь не спасешься. Что мне делать? Так должно быть? Да, Это все. так нечестно же. Или так должно Иди, быть? иди. Блин, я застряла в дверь, пройти не могу. Фокси жирный. Смотри. Где? А, Там, где секретный дракон был. коллизию своего Фокси убери. Все бойки выдели. Сейчас. Так, значит, пока ты выделяешь своего Фокси, у меня есть шанс убежать. Да. Так, все, готов. Я такой чисто перед Фокси пробежал и все. К сожалению, Фокси без головы более маневренный, поэтому пришлось ему голову скрутить. Вот. А что, в общем, мне делать надо, а? Тебе нужно убегать от меня. Прикольный ФНАФ, типа, да? Все красивенько. Ага, красиво. Ладно, можно другую постройку заспавнить, да? Стой, стой, Домой. стой, нет, 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 я хочу доиграть. А ты где? А я там, где шторки фиолетовые. А, я тебя там не видел. А Бежим тебя там нету. отсюда! А где ты? А вот он ты. Ты меня обманул. Все, я бегу за тобой. Стоять, я тебя потерял. Ну, я читер. Иди сюда. За тобой гонится четверорукий Фокси без головы. Я прошел ФНАФ. Да, молодец. Теперь можно заспавнить машинку прикольно. Вот. В каком смысле? Сейчас, Конфета? машинка. А. Это машина с колесами в виде этих мячиков. Мячики. Да. Можно покататься? Я не Да. сломаю, честное Садись. слово. Не сломаюсь, честно. Нажимай F. Да, и все. Хорошая привязка. Прям как на машине Кримсона. Тоже на шарах у него была машина. Там привязки не было. Он же дрифтит. Он опять в шоке. Он всегда, походу, в шоке будет от всех построек. А, ладно, уходим от него. Да. А почему шары такие раскрашены? Это что такое? Он говорит, господи. Это типа пляжные мячики, поэтому они раскрашенные. Так, а мы куда поедем? Ну, в принципе, мы уже ко всем и поедем. Только два человека, к сожалению. По два А вот человека. он убежал. Она очень быстрая вообще, если разогнаться. Я, походу, сейчас упаду. Живи! Ты должен выжить, это твоя цель. Да, я живу. Моя цель добраться до конца, а твоя цель выжить. Да.
Я надеюсь, я выживу. Я тоже надеюсь. А что, главное, чтобы машинка не сломалась. Самое главное, да. Колеса-то ладно, не сломаются, а машинка... Не, ну колеса, в принципе, оторваться могут. Ну, это тоже. Но если какое-то огнестрельное оружие будет, типа такая вообще... вот машинка. Бежима. Ей бы еще гиперподвеску, и все, она просто прямо едет, ничего не чувствует, да? Да. Ну, только эту подвеску сбить легко. Хотя так тоже сбить легко. Ну, подвеску-то вообще, да. Она еще пластика все сделана. На этой машине подвеска, наверное, не будет-то работать, потому что, ну, машина сама такая тяжелая. Ну, потому что она весит 10 тысяч тонн. Ой, твои очки красивые упали. Теперь ты не блатной. Блин. Эти очки скрывали мою маленькую голову. Теперь все узнают о моей тайне. Так, смотрим на твою голову. Нет. Мои очки. Ой, бежим отсюда. Мои качковые руки пропали. Ну все. Но все равно ты силач вон. Мы почти проехали. И ты выжил, главное. Да, я в шоке. Оказывается, ты мастер выживания без трубчика. Ты что, у меня не получалось выжить, когда я даже сам в кресле был. А тут я так выжил. Потому что хороший водитель, может. Ну, скорее всего, просто я там переворачивался 5 миллионов раз. Я осторожно езжу. Да. Ну все равно проехать не могу. Ой. Ой, колесо. Вот зачем я сказал, что я хорошо езжу? Уже нехорошо езжу. Ну, и что нам мы тут уже делать? Почти доехали, последняя локация. А мы бы в любом случае это колесо потеряли. Ну мы могли просто в колесо залезть. Так, сейчас будет водопад, так что тебе хана. Ой, да, точно. Я постараюсь. Нет. Ты где? Нет. На колесо прыгай. Да, я к колесу бегу, колесо, стой, пожалуйста. На меня. Нет. Давай на меня. Все, я не успел. Тебя колесо задавило твое же. Да. Очень печально. Всё. Но это будет первый раз, когда я заберу сундук. Так, возвращаемся на базу тогда. И можешь дальше загружать что-то. Тут кто-то нет в этом. Ну или как-нибудь попробуй по водопаду заехать. Ну, водопад это самое такое. Ну, без вообще ключ. Легко заехать. Механизмы могу показать, давай. Ну, я, в принципе, догадываюсь, что там. О, всегда хотел себе такую дверь. Но никогда не мог сделать. Ну, раньше. Ну, тут показано, как оно работает. Я только на сервоприводах делаю, я такое не делал. Еще одна дверь. Тут вторая дверь, она сама открывается, сама закрывается. Ай, ой. Да, вот такая вот раздвижная, типа. Ой, это что тут такое? Тут один вал, смотри. А, ломает все. Вот. Логику. Вот так, типа, оно работает. Прикольно. А что это такое вообще? Это коленвал, типа, а на машинах. А, у машин так бывает, да, я понял. Да. Поднимается. Он так. Типа из одной точки в другую передает, а это часы. О, как тикает. Они реально тикают. Да. Вот это прикольно. И они типа идеально работают, то что там 60 секунд правильно работают. Уже 15 прошло.